Народный фронт отпраздновал День России поднятиями флагов, пирогами и запусками воздушных змеев. На Чукотке, в Анадыре, активисты регионального отделения ОНФ установили российский триколор на вышке в морском порту. По инициативе Общероссийского народного фронта акция в окружной столице проходит уже второй год подряд. Активную помощь в ее проведении оказывает администрация Анадыря. В этом году ее поддержали и приняли участие специалисты Анадырского морского порта и управляющей компанией «Жилдом».